Всем привет! Сегодня 9 мая, очередной поход. Поехали мы снова на 3 дня. Погода сегодня сумасшедшая, жаркая, 24 градуса. Может быть, завтра будет попрохладнее, а может и дождь пойдет еще даже. Так что грозы завтра обещали. Также походим, побродим каждый день 20 километров. Я думаю, это будет точно у нас. Посмотрим. Что-то меня бросили все. Я тут приотстал немножко. Кинули меня. Ладно, смотрим, будет интересно. Кругом поля обрабатываются. Все пашется, бронится. Погода хорошая. Успевают. И мы должны успеть, пока трава не встала. Пришли мы на точку. Ой, пробую кумотаться. Вот первый сигнал нормальный. Пятак 1875 года. Весь погрызанный. Мыши погрызли. Как-то так. Вот тут где сидит билончик десяточка. 10 копеек квадратный, 5 копеек, 2 копейки. И вот еще одна. Вроде не пробка. Оп. Как я его лопатой звездну. 46-го года. Пятак 46-го. Какие виды. Вот туда нам сейчас. Сколько километров? 4, наверное, хреначить. Больше даже. Путник? Нет, я там некрасивая была. Я там задумалась. Путник. Копейка Николая II. Может, Николай II. Вон она, вижу. О, билончик. Без микрофона снимать, шпанское. Диск купил. Да. Итак, ходим, 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 что-то все ходим, бродим. Зашли сегодня на малоперспективную точку, которая как бы была неинтересна. И пощелкали монет. Монеты снимать не стал, потому что как бы нахрен надоело мне. Вот сигнал, выкатилась монета. Серега сегодня вообще молодец. Он нашел такую монету. О, видео сейчас будет. Не скажу, но смотрите.
Вот кому что. А это лягушек кто-то. Куда побежала там? Ну подожди, 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 да подожди. Что там у тебя? Я отпущу, она прыгнет. Она лягуха. Такая прыгучая у меня. О, лягуха. Ну, лягуха, глупуха. Это моя подружка. На сегодня? Это мой друг. На сегодня? Мой друг. А ты ее съешь потом? Фу, 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 фу. Нет, я лягушек не ем. Я и зайчиков не ем. Мясо глупо бросать. Все, прыгни на меня, нафиг. Ладно, все. Всем привет. Итак, четвертый день стоим, от дождя прячемся. У кого-то сил нету больше уже. Упал уже. А мы стоим, ждем, когда кончится дождь. Так, чистейший сигнал. Смотрим. О, так вот она. Пятак. Ну-ка, давай посмотрим. А, помыть его. Купили в Китае монетку. 1832 год, монета рубль. О, ее помыть надо, вообще, блин. Поздравляю. Доброе утро. Начало третьего дня. Опять куда-то идем? Не знаю, куда идем, но куда-то идем. Наташка, ты готова к приключениям? Ой, не знаю. В общем, сегодня будет очень далекий поход. Ну, прямо вообще. Очень сложный. Сейчас мы прошли уже порядка 3,5-4 километров. А еще надо будет идти столько же. Я только в одну сторону. Так что... Ого-го. Болото ни почем, да? Что, Наташа, нашла? Кивилёк. Вкус детства, да? Что там, кто еще идет? Ох, мне помыть бы тут нахрен. Переломаешь нахрен. О, деревья гремят.
Вот сигнал, как у гильзы был. То есть гильза, копал. Я уж не копаю таких гильзы, гильз много. Крест вот такой. Древний такой. Красавчик. Женский крест. Называется этот. Лепесток его называют почему-то. Вот так вот. Интересно. Что это за игрушка такая? Ой, весь такой старый. Пистолет какой-то. Крест. Шикарненький. Короче, собрались мы домой. И на последней минуте матча сигнал чушпанский был такой. Я еще такой, блин, думаю, что за фигня такая. О, там, красава. Это кокарда. Она... О, так она на якорях, нифига себе. Сейчас покажу. Почисти. Это паузу сделать. Сейчас почищу. Все целое. На топорик орлик. Ну, в общем, вот. Так, начну сразу же. Вот это хит. Вообще. Рубль 1832 года. Классно вообще. Тут, короче, значит, 3 копейки серебром пару штук. Тут какая-то полушка. Серебро. Значит, знак. О, это знак тоже вообще кайфуха. Кокарда инженера, наверное. Так, что еще здесь нет? Ну, тут, короче, монетки всякие. Все стандартный набор. Крестики. Всякую фигню, короче, он собирает для вида, для массовости. Вот такой пистолет попался. Не знаю, что за пистолет. Интересно бы узнать. В общем, такая вот штучка какая-то. Закрутка. Ой, пала, потерялась. Ага. Вот монетный двор какой-то. Короче, что-то всякую хрень куда пособирал вообще. Запонки, крестики. Короче, вот, все. Все нормально. Итак, кто быстрее? Нахрен. Тут смотри какой, а. Все, конец нашим трехдневным блужданиям. Нагулялись. Сколько мы? Тоже, наверное, километров 60 за 3 дня прошли. 3 дня. Мы домой. Домой. Да. Помыться, побриться. Да, в город хочется уже точно. Получается, за неделю, это за 7 дней, 6 дней я был в лесу. Блин, капец. Вообще много. Короче, нормально мы прогулялись, походили, отдохнули. Погода позволила нам. Находки шикарные. У кого-то хорошие находки, шикарные. У него. А остальное как бы пофигу. Все, покеда.